Что такое синдром отложенной жизни? В 20 лет уже люди вот на пенсии, это я точно отдохну, в отпуск куда надо съезжу и высплюсь точно. А то сейчас дети маленькие, и на учебу надо вставать, на работу каждый день. И родители формируют то, что есть какой-то элемент сакрального счастья, но где-то потом и под что-то особенное. Какие сигналы подает организм, уставший жить в режиме ожидания? Люди просто в какой-то момент очень сильно сваливаются от усталости, там поднимается температура, и организм говорит: не хотел отдыхать постепенно, поэтапно, вот в выходной 2 часа. Давай-ка, милый, ложись на пару дней и отдыхай. Когда мы очень сильно-сильно какое-то время находимся в напряжении, происходит дихотомия, когда нам с вами намеренно придется расслабиться. И организм сам подскажет, как это сделать. Почему некоторые люди не хотят жить здесь и сейчас? Надежда на то, что где-то завтра, послезавтра будет отлично, она снимает с нас ответственность. Это же не сейчас происходит, это когда-то будет, я как будто за это немножко не отвечаю. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 20 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Ксения Дубинина.